В рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители Подмосковья могут получить 4 вида медицинских справок на региональном портале госуслуг. Среди них справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка по форме 086У для абитуриентов, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение и справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления. Для оформления документа необходимо оставить заявку на портале в разделе «Электронная регистратура». Готовая справка появится в личном кабинете в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления. Кроме того, до конца текущего года на портал будут добавлены еще 4 вида справок – выписки о профилактических прививках и из амбулаторной карты, а также санаторно-курортные карты для детей и взрослых.